Баткенская областная объединенная больница оснащена новым оборудованием. В частности, по инициативе президента Алмазбека Атамбаева, в реанимационном отделении установлен аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 1 300 000 сомов. Медики отмечают, что новое оборудование позволит оказывать больным своевременную помощь. Подробнее расскажет Нургуль Саматова. 90% беременных женщин Баткенской области страдают анемией. По детской смертности регион также на первом месте. Это только один показатель того, что необходимо повышать качество медицинских услуг в области. Новый аппарат искусственной вентиляции легких управляется компьютером. Есть разные режимы. Конечно, у нас не было такого оборудования. Теперь мы надеемся, сможем оказывать своевременные и качественные услуги. По словам врачей реанимационного отделения, в большинстве случаев к ним попадают дети, особенно с осложнениями после гриппа или отравлений. У моего сына температура повысилась до 38-39 градусов. Я была в панике. Мальчик потерял сознание. Врачи помогли. Оказывается, установили новый аппарат. Сыну сразу дали кислород. Спасибо врачам за их работу. Конечно, не хватает современного оборудования. Вот сейчас облбольнице дали новый аппарат. Это говорит о том, что проблемы регионов не остаются без внимания. Врачи облбольницы признаются, что сильно нуждались и долго ждали столь необходимое в повседневной работе оборудование. Нургуль Саматова, Медер Ниязалиев, Общественный первый канал.